После дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Porsche был освидетельствован в кабинете экспертиз Вологодского областного наркодиспансера, где у него состояние опьянения установлено не было. Однако у органов предварительного следствия имелись некоторые основания полагать, что данное заключение было не совсем верным, в силу чего были проведены два дополнительных экспертных исследования в иных экспертных учреждениях. Этими экспертизами было установлено, что все-таки факт употребления амфетаминов у водителя Porsche имел место.